Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. И сегодня мы прокатимся по маршруту, который я часто преодолеваю. Это маршрут к одной из моих работ. Мы едем сейчас по Гоголя в сторону фуникулера. Чем мне нравится Владивосток, то что дороги здесь живописные, пейзажи открываются очень красивые по мере продвижения по дороге. Вот мы сейчас проезжаем остановку фуникулер, бывший политен, здесь его снесли и строят театральный комплекс. Вот там вот на горке. Остановка фуникулер. Прямо перед нами у нас будет здание фуникулера, где пассажиры могут подняться на этом вагончике. Видно мост золотой, само здание фуникулера. Отсюда очень красивый вид открывается. Здесь проспект Красоты. Дорога требует уступить. Мы движемся в сторону Тунгусской. По Красоте сейчас будем ехать. Ну вот последние машины проезжают, там светофор загорелся, освобождается дорога, и мы движемся, поворачиваем по Красоте. Вот такой вид открывается, очень красиво, симпатично, практически каждый день я этот вид вижу. Вот видите, вид в окошко, здесь видовая, машины останавливаются, смотрят на красивый город Владивосток. Мы едем по Красоте, проспект Красоты. Здесь очень гулять красиво вечером, днем, да и ночью. Есть пит-стопы, то есть маленькие такие заведения, где можно взять еду на вынос или в автомобиль и перекусить. Но, если честно, я не понимаю вообще культуру пит-стопов, потому что цена на пит-стопах такая же, как в кафешках. И ты ешь в машине. Еда, в принципе, не супер вкусная, какая-то обычная, как фастфуд называемый, так сказать. А цена такая же, как в ресторане. Поэтому не вижу смысла покупать цену, еду по цене в ресторанной на пит-стопе. Ну, хотя некоторые люди и спят и видят, и покупают там еду. Ну, в общем, каждому свое. В принципе, я думаю, в этом нет ничего зазорного. Вот опять пит-стоп, опять красота. Единственное, что газончики закрывают вид, и мы не видим то, что открывается с рамка, из камеры, да? То есть я не могу заснять все. Это надо выходить и гулять вдоль дороги. Вот так вот перемещу камеру. Ну, хоть чуть-чуть, я думаю, вам будет видно, кто здесь часто ездит. Отпишитесь в комментариях, кто здесь редко ездит, также напишите, часто ли вы здесь появляетесь или гуляете. Потихонечку движемся в сторону Тунгусской. Сейчас будет поворот на Шефнера. Это знаменитый поворот, когда выпадает снег или гололед образуется. У нас этот поворот или спуск на Шефнера баррикадируют, чтобы машины не спускались, потому что там очень крутой уклон, и машины теряют сцепление с дорогой и, так сказать, попадают в ДТП. Едем дальше, сейчас будет кольцо. Кольцо на Славянском, здесь славянский магазин, супермаркет. Также заправка НК Альянс. Довольно всегда здесь пробки, очереди на заправку на эту. Вон бензин стоит 47,87, 92-й. В центре, смотрите, очереди практически нет сейчас, странно. Сейчас 2 часа дня 30 минут, вон там видно третью рабочую. По кольцу уходим направо и едем до Тунгусской. Попадаем на улицу, из головы вылетело, сейчас скажу, вспомню, как
эта улица называется, подскажите мне. Шилкинская, вот. На улицу Шилкинскую. Здесь девятиэтажки по бокам стоят. Справа у нас просто сопка. Эту сопку хотят облагородить, здесь построить кёрлинг-центр. Когда-нибудь здесь будет кёрлинг-центр. Также там строится Нагорный парк, или как-то так он называется. Ну, в общем, свежий парк там облагораживается. Я как-нибудь пойду и сниму видео про этот Нагорный парк, который сейчас там делается. Спускаемся в сторону Третьей Рабочей, и здесь нам нужно будет повернуть направо на Тунгусскую. Вот светофорчик как раз загорается. Машин, кстати, мало. Наверное, все уехали уже в отпуска на моря. Студенты уже разбежались, школьники тоже разбежались. Поворачиваем на Тунгусскую. Я смотрю, что, в принципе, многим нравится покатушки на машине. Друзья, напишите в комментариях, вам нравится такой формат роликов. Проезжаем по всяким различным районам города. И смотрим, в каком состоянии у нас и дороги, и сам город, и какие виды можно наблюдать по мере продвижения по дороге. Здесь уже какие-то джунгли, да, мы заезжаем. Справа подпорная стена такая, не вызывающая доверия. Ну, она уже стоит долго. И вот этот мне вид очень нравится. Вот здесь открывается классный вид на Владивосток, отсюда на мост на этой дороге. Ну, конечно, ямки. Никто их не исключал. Вот здесь, смотрите, какой шикарный вид на город Владивосток с этой дороги. Здесь что-то где-то все построят. Вон. Новые дома построят. Выкупали землю. Буквально полгода назад здесь земля продавалась, здесь строился дом. И сейчас уже там строят новое какое-то жилой дом. Скоро там будет, наверное, какой-то коттеджик с супер крутым видом на город Владивосток. Ну, дорога удовлетворительная. Не сказать, что супер плохая, но и не сказать, что и хорошая. Я думаю, вы сами видите в экранах ваших мониторов состояние дороги. И вот с этого поворота также открывается отличный вид на город Владивосток. Довольно симпатичный. Мне нравится. Также у этого дома, это у нас улица Славянская, 17, дом, тоже открывается хороший вид на город Владивосток. Мы спускаемся, район Тунгусская это называется, вот у нас какой вид, ай, попал в яму, какой вид здесь открывается. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вам не сложно, а мне приятно. В общем, так мы выпадаем отсюда на остановку Гайдамак. Там дальше уже будет другое видео и другая тематика. Спасибо вам за внимание и увидимся в новых видео.